8 декабря Высшая школа бизнеса Казанского федерального в очередной раз торжественно выпустила менеджеров международного уровня, которые обладают глобальным видением и транснациональной культурой, способных к поиску оптимальных решений в любой сфере бизнеса. Прошедшая работа помогла сформировать из нынешних магистров школы профессиональных управляющих на основе усиления и развития предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте. Выпускники Высшей школы бизнеса приобрели на продвинутом уровне новые знания об организациях, действующих в современной деловой среде, выработки компетенций по их применению в различных, в том числе нетипичных, деловых ситуациях. Полученные на руки дипломы являются ярким тому подтверждением. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.